Дорогие друзья, только что вы слышали волшебные звуки челесты. Каждый раз мелодия «Серенада весне» композитора Татьяны Смирновой открывает наши музыкальные встречи. И сегодня, как и все 30 лет в этом доме, вас приветствует композитор и пианистка, автор программ и ведущая, заслуженный деятель искусств России, профессор Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского, Татьяна Георгиевна Смирнова. Завершаем наш 33-й сезон замечательной темой. Это три великих музыканта, художника и поэта. Врубель Михаил Александрович, Лермонтов Михаил Юрьевич и Николай Андреевич Бельский-Корсаков. Люблю отчизну я, но странной любовью не победит ее рассудок мой, ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные предания не шевелят во мне отрадного мечтания. Но я люблю, за что, не знаю сам, ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных колыханье, разливы рек ее подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге и взором медленным пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, дрожащие огни печальных деревень. Люблю дымок спаленной жнивы, степи ночующий обоз, и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой многим незнакомой я вижу полное гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно. И в праздник вечером росистым смотреть до полночи готов на пляску с топаньем и свистом под говор пьяных мужиков. Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ. Быть может, за стеной Кавказа сокроюсь от твоих пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей. Печальный демон. Вот мы вспомнили несколько стихотворений великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Они прозвучали в исполнении артиста Андрея Гетмана. Чем же так близки были индивидуальности Врубеля, Лермонтова и Римского-Корсакова? При сравнении мы задаемся вопросом этим, потому что действительно все эти великие художники, как яркие звезды на небосклоне русской культуры, зажглись в XIX веке. И всех их объединяла страстная любовь к музыке, к искусству, к театру. Любовь, которая родила
великие творения, художественная культура, базовое образование, которое получили эти великие художники, действительно дала основу облику, который они совершенствовали всю свою жизнь. Если мы вспомним жизнь Михаила Юрьевича Лермонтова, то это и домашнее воспитание, это и Московский университет, в котором он учился 2 года. Это и, конечно же, школа подпрапорщиков, которую он закончил успешно. Но он всю жизнь совершенствовался, он всю жизнь интересовался историей, философией, живописью. Мы вспомним, что Михаил Юрьевич замечательно рисовал, он оставил наследие и в этом жанре творчества. Мы знаем лермонтовские рисунки, опубликованные много позднее. Они говорят о том, что это был тончайший психолог. Ведь недаром это потом отразилось в его музе, когда он создает и романы, и свои повести, и поэмы. А вы вдумайтесь, 20 поэм. Одна лучше другой. Это огромное наследие. И это все было сделано в возрасте абсолютно юным. Потому что Михаил Юрьевич не стало в 27 лет. Всего 27 лет он жег мир своим плавом. А Михаил Алексеевич Врубель. Ведь мы вспомним, его жизнь тоже была не слишком долгая. Это 54 года. Но тоже образование юриста в университете. Тоже Академия художеств. Михаил Александрович Врубель обожал историю и философию. А то, что он владел многими языками, он сам выучил многие языки. Он знал, он говорил, он свободно общался. Это все говорит о том, что, конечно, это образование, оно дало как бы импульс к тому, что потом в своих картинах вырастет художник. А Николай Андреевич Римский-Корсаков, который тоже и домашнее образование получил, очень объемное, многомерное. И более того, он занимался, брал частные уроки, был пианистом в то время знаменитого Корнеля. А по традиции семейной он не мог ее как бы нарушить. Он все равно пошел в морское дело, потому что и дедушка, и родной брат старший, они были моряками. И юный Римский-Корсаков поехал в Петербург из маленького городка Тихвина, Пензенской губернии. Поехал и учился в морском корпусе. А по окончании морского корпуса совершил 3-годовое путешествие. На Коконе, на клипере «Алмаз», он был там и юнгой. Он с огромной ловкостью сбирался по реям. Вы можете себе представить, это же тоже искусство, это сноровка, это любя море, потом, ведь если мы посмотрим его творчество, отдельные страницы, сколько страниц этих посвящено тому, что он очень любил, он любит море. Это и в операх его, и отдельные симфонические картины, Садко. Это та звукопись, которую он так роскошно, щедро бросал в оркестр. Партитуры Римского-Корсакова. Это уникальные партитуры.
своей звукописью, своей насыщенностью, своим тембром многообразия. И, между прочим, не случайно один из учеников, впоследствии учеников Римского-Корсакова, так прекрасно владел симфоническим оркестром и партитуры создал блестящие. Это был частный ученик Римского-Корсакова, впоследствии знаменитейший композитор Стравинский. И его партитуры балетов так радуют нас и до сих пор. И вот посмотрите, три личности, три крупные личности, которые взаимодействовали. Хотя, вот мы посмотрим жизнь Римского-Корсакова, это тоже жизнь всего 64 года. Сколько он создал за эти 64 года своей жизни? Это мы немножко попозже вернемся к этому. Но вот если посмотреть панораму музыки, русской музыки, то, конечно же, имя Римского-Корсакова занимает одно из самых ведущих мест в русской культуре. И более того, несмотря на то, что он был и дирижером, и композитором, и музыкальным деятелем, и поразительным музыкальным критиком, поразительным по тонкости мышления, по тонкости высказывания. Он еще был педагогом великим, педагогом, который воспитал более 200 учеников, будучи профессором Петербургской консерватории. И этот человек еще нашел в себе силы, волю, время завершить творение своих друзей, товарищей по русской могучей кучке. Да, мы знаем, это подвиг, который до сих пор поражает нас. Это партитуры Мусоргского, партитуры Бородина. Если бы не было Римского-Корсакова, то мы бы не знали сегодня ни князя Игоря Бородина, ни многих партитур Великого Мусоргского. Это все Римский-Корсаков. Я хочу, чтобы сейчас вы послушали, вспомнили вокальное творчество, потому что Николай Андреевич очень любил голос, как один из самых таких вот выразителей нутра человеческого. Потому что никто, как голос, не может выразить все тончайшие оттенки переживаний, радости человеческой. Это голос. И Николай Андреевич в своей жизни, любя свою родину, свой народ, обработал более сотни русских народных песен. Он сделал их доступными для музицирования. Он их сделал не только доступными, но прекрасными мелодиями в своих операх и романсах. И вот сейчас мы с вами услышим несколько замечательных романсов Николая Андреевича Римского-Корсакова. Романсов из 80 только 3 прозвучало. А в этих 80 столько гениальнейших находок, столько замечательной, юной, брыжущей энергии, брыжущей каким-то особым чувством любви к родине, мелодии, что, конечно, эти три романса только чуть-чуть напоминает о его большом, огромном вокальном творчестве. Я хочу пригласить на сцену Марину Колесник. Пожалуйста. Приветствую. А также фортепиано исполняет Дмитрий Сухов. И мы услышим дивную по мелодике, по внутренней напряженности вокальной линии романс «На холмах Грузии».
классов современника Михаила Юрьевича Лермонтова, замечательного русского композитора, очень известного, Александра Варламова. И это будет романс на стихи Лермонтова «Молитва». Надо сказать, что вот к этому романсу, к этим стихам обращались очень многие впоследствии композиторы. Он просится на музыку, потому что вообще поэзия Михаила Юрьевича Лермонтова чрезвычайно музыкальная. И очень благодатная почва для композитора, потому что композитор слышит в музыке стиха Лермонтова очень много, что можно сделать уже в музыкальной интонации. Я хочу пригласить на сцену лауреата международного фестиваля в гостях у Айвазовского Дарью Безугленко. Пожалуйста. Римский-Корсаков воспитал более 200 учеников, работает профессором Петербургской консерватории. Мы не можем не вспомнить такие имена,
как Анатолий Константинович Лятов, ученик Римского-Корсакова, как Александр Глазунов, как Николай Яковлевич Мисковский, Сергей Сергеевич Прокофьев, Игорь Федорович Стравинский, Оренский, Липунов, Спендиаров. Это только несколько имен. Но посмотрите, какова амплитуда художественных интересов и художественного мировосприятия у этих художников. Они совершенно разные все. И все-таки это мудрый учитель Римский-Корсаков чувствуется в каждом из них. В отношении к оркестру, потому что оркестр Римского-Корсакова – это нечто совершенно особое. Особое отношение к инструментам. Ведь недаром Римский-Корсаков был еще и инспектором военных музыкальных коллективов, военных оркестров. И он блестяще выполнял эту роль. Потому что, если вы вспомните, в одной из наших программ у нас в гостях был оркестр военно-морского флота имени Николая Андреевича Римского-Корсакова, который достойно носит это имя. Он имеет в своем репертуаре предложения многих сочинений Николая Андреевича Римского-Корсакова. А вот один из ярких учеников Николая Андреевича, Николай Яковлевич Мисковский, величайший симфонист, а фактически создатель, вот идущий от Римского-Корсакова ветви, этой мощной ветви композиторского творчества, Николай Яковлевич Мисковский был тоже великим симфонистом, создать 27 симфоний, еще прекрасных, музыку которых мы вспоминаем очень, к сожалению, редко. А тот же Николай Яковлевич Мисковский, надо вспомнить, первый после Римского-Корсакова написал симфонию для духового оркестра. Потому что это очень трудно написать партитуру для духового оркестра, зная его, в общем-то, сравнительно большие недостатки, потому что мы знаем, здесь многое зависит и от того, каков инструмент, каков его строй, каков, как говорится, баланс в оркестре. Это очень сложно, это сложнее добиться баланса в оркестре духовом, нежели в оркестре симфоническом. Симфонический оркестр звучит много ярче и много мягче. И вот Николай Яковлевич Мисковский создает свою симфонию для духового оркестра. А ученики Николая Яковлевича Мисковского, столько их много тоже потом пошло, и известных много композиторов, фактически почти вся композиторская школа после Римского-Корсакова, она пошла от Николая Яковлевича Мисковского. И вот одним из ярких представителей этой школы был профессор Московской консерватории, воспитавший тоже многих, очень многих интереснейших композиторов и музыкантов, исполнителей. Это был Евгений Кириллович Голубев. И я с гордостью могу сказать, что я тоже была ученицей Евгения Кирилловича Голубева, потому что в течение 3 лет после Юрия Александровича Шапорина, у которого я училась, я познавала азы композиции именно у Евгения Кирилловича Голубева. Я у него очень многому научилась, потому что это было тщательное вслушивание в интонационную сущность музыки. Это то, чем так владел полифонией, так владел Евгений Кириллович Голубев. И вот я хочу, чтобы вы сегодня послушали очень небольшое, скромное сочинение, конечно, у Евгения Кирилловича, и симфоническое творчество, и хоровое, и артериальное. Очень много музыки написано, замечательной музыки. Но вот небольшой фрагмент из 5 пьес памяти Михаила Юрьевича Лермонтова. И причем это связано было, кстати, вот Евгений Кириллович Голубев, вот тоже есть романс, написанный на стихи Лермонтова «Молитва». И замечательный романс.
И когда Евгений Кириллович писал это произведение, наверное-таки он вспомнил один эпизод из жизни Михаила Юрьевича Лермонтова. А эпизод был таков. 1837 год. Год памяти, вы знаете чем. К сожалению, ушел от нас Пушкин Александр Сергеевич. А Михаил Юрьевич очень любил поэзию Пушкина. Для него это была одна из любимых волшебных поэзий. И очень глубокой поэзии. И вот Михаил Юрьевич пишет знаменитое стихотворение «На смерть поэта». Стихотворение было напечатано и послужило поводом ссылки Михаила Юрьевича на Кавказ. Власти не приняли это стихотворение. Это был явный укор, и причем укор очень сильный, потому что поэзия может быть невероятно сильна в таких гениальных строках, как Лермонтов написал. И Лермонтов уезжает на Кавказ во второй раз. Он, первый раз ссылка была в 1937 году, а во второй раз в 1941. Вообще очень интересное, даже есть какое-то нечто мистическое в датах жизни и смерти поэта. Родился он в 1814 год, а умер в 1841 год. 27 лет. Кратчайшая жизнь. И вот во второй раз Михаил Юрьевич едет в ссылку. Перед ссылкой он заходит навестить писателя Владимира Адоевского. Они встречаются, и Адоевский дарит Михаилу Юрьевичу записную книжку в коричневом софьяном переплете. И он напутствует, что Михаил Юрьевич должен в ссылке и по дороге в ссылку написать еще много-много замечательных стихов. Вот именно в эту книжку. Михаил Юрьевич прощается. Видимо, что-то было в этой встрече щемящее, потому что Адоевский сказал, непременно, непременно вы должны вернуться. Он это почувствовал. И когда Лермонтов уехал, действительно, в эту книжку он записал по дороге уже, у него возникло стихотворение «Сон», «Утес», несколько еще стихов. И отрывок такой. «Провозглашать я стал любви и правды чистые учения. В меня все ближние мои бросали бешено каменья». Троеточие стоит. На этом записи обрываются. Мы знаем, как погиб Михаил Юрьевич Лермонтов. И вот спустя многие годы бабушка Лермонтова возвращает Владимиру Адоевскому вот эту книжечку записную в коричневом софьяном переплете, где оборвалась, по сути дела, уже жизнь и творчество Лермонтова. А это было стихотворение «Пророк». Сейчас я вам исполню три пьесы из цикла Евгения Кирилловича Голубева, которые называются «Памяти Михаила Юрьевича Лермонтова». Первая пьеса называется «Колыбельная», вторая пьеса, и, кстати, ей предпослан эпиграф. «Она отца и мать не знала, и Люльку детскую ее старушка чуждая качала». Это первая пьеса. Вторая пьеса «Сон». Это фрагмент из стихотворения «Волшебные звуки». «Надежды в них дышат, и жизнь в них играет, их многие слышат, один понимает». И третья пьеса. Она называется «1841 год». Это год смерти Михаила Юрьевича. И здесь предпослан тоже эпиграф из поэмы «Сашка». Кстати, эта поэма замечательнейшая поэма, большая поэма.
она почему-то очень редко читается. Здесь такой эпиграф. Он был рожден под гибельной звездой, с желаниями безбрежными, как вечность.
сейчас вспомнить творчество Михаила Александровича Врубеля. И одновременно мы еще будем слушать стихи Лермонтова. Я попрошу погасить свет. Речь здесь блестящая, испанская каприччо для симфонического оркестра. То же самое, там звучат мотивы подлинных испанских песен. Испанские мотивы чрезвычайно яркие, но изумительная совершенно по красоте инструментовка у Николая Андреевича. А вот инструментовка у Врубеля тоже потрясающая. Конечно, никакие слайды не передают, к сожалению, вот ту поразительную палитру, богатейшую палитру искусства Врубеля. Но вот, скажем, вот этот слайд совсем он, к сожалению, не передает. Вообще сейчас искусство слайдов, опять я должна сказать, к сожалению, отмирает почти, потому что найти слайды приличные, это в нашей стране просто представляется почти невозможным. Это вот старые слайды. Но вот то была сирень Врубеля, замечательная сирень. А вот это вот камин, сделанный Врубелем, он и работал, и как живописец, и как скульптор, и он работал и как фактически прикладном искусстве, причем богатейшие образцы оставил. Мы можем вспомнить, что именно Врубель в Киеве сделал росписи в Кирилловской церкви. Это то, что он после себя оставил, и то, что каждый из нас, переезжая в Киев, может полюбоваться, как и росписи во Владимирском соборе. И это, ну вот, это портрет Савельича Мамонтова тоже, и как портретист он выделялся. Но, конечно же, можно вспомнить все то, что связано с образом демона Лермонтовского. Надо сказать, что, ну, это вот тоже испанский тип. Надо сказать, что Лермонтовым проникся он довольно поздно. Ему было 30 лет, когда вот эта очень замечательная картина, это пианистка после концерта. Но я надеюсь, конечно, многие были в Третьяковке, в Врубелевском зале, там висят его панно огромные, посвященные и Фаусту, и образом, как говорится, Гёте. И здесь это вот Абрамцево, которое было, собственно говоря, родиной многих исканий в области прикладного искусства Врубеля. Потому что, живя в Абрамцево, он создавал свои майоликовые скульптуры, он создавал вот эти все замечательные камины, которые переливаются всеми цветами радуги, которые как перламутровые. Ну вот, вот, наконец, демон. Вот, наконец, демон. Мы видим его образ. Демона, как сказал Врубель, он увидел, прочувствовал, как его лучом света обжег он на всю оставшуюся жизнь. Печальный демон, дух изгнания, летал над грешной землей, и лучших дней воспоминания пред ним теснились толпой. Тех дней, когда в жилище света блистал он чистый херувим, когда бегущая комета улыбкой ласковой привета любила поменяться с ним, когда сквозь вечные туманы познанье жадный он следил, кочующие караваны в пространстве брошенных светил, когда он верил и любил, счастливый первенец творенья, не знал ни злобы, ни сомнения, и не грозил уму его веков бесплодных ряд унылый. И много-много, и всего припомнить не имел он силы. Давно отверженный блуждал в пустыне мира без приюта, вослед за веком век бежал,
как за минутой минута однообразной чередой, ничтожной властвуя землей, он сеял зло без наслаждения, нигде искусству своему он не встречал сопротивления, и зло наскучило ему. И над вершинами Кавказа изгнанник рая пролетал, под ним Казбек, как грань алмаза, снегами вечными сиял, и глубоко внизу чернея, как трещина жилища змея, вился излучистый Дарьял. И тень, прыгая, как львица, с косматой гривой на хребте ревел, и горный зверь, и птица, кружась в лазурной высоте, глаголу вот его внимали, и золотые облака из южных стран издалека его на север провожали, и скалы тесною толпой таинственной дремоты полны над ним склонялись головой, следя мелькающие волны, и башни замков на скалах смотрели грозно сквозь туманы. У врат Кавказа на часах сторожевые великаны. И дик, и чуден был вокруг весь Божий мир, но гордый дух презрительным окинул оком творенье Бога своего, и на челе его высоком не отразилось ничего. Душа моя мрачна, скорей, певец, скорей, вот арфа золотая, пускай персты твои, промчавшиеся по ней, пробудят в струнах звуки рая. И если не навек надежды рог унес, они в груди моей проснутся, и если есть в очах застывших капля слез, они растают и прольются. Пусть будет песнь твоя дика, как мой венец, мне тягостны веселья звуки. Я говорю тебе, я слез хочу, певец. Или разорвется грудь от муки. Страданиями была упитана она, томилась долго и безмолвно. И грозный час настал, теперь она полна, как кубок смерти яда. Спасибо. А вот последнее стихотворение называется у Михаила Юрьевича Лермонтова «Еврейская мелодия». И также называется замечательная картина Михаила Александровича Врубеля. Я попрошу дать свет. Свет, пожалуйста. Спасибо. И также называется картина Врубеля, которая диво-дивная, потому что там перелив этих красок, там образ дан, замечательный образ. Это, конечно, надо видеть, потому что краски, вот я говорю, краски врубелевские, они настолько изменчивы, они настолько поразительны, что никакой слайд это не передает. Это надо видеть самому, это надо видеть его эскизы. Ведь Врубель сделал более 250 эскизов к поэме Лермонтова «Демон». И Михаил Александрович также был автором декорации ко многим операм Николая Андреевича Римского-Корсакова. А связывало их еще одно обстоятельство. Супруга Врубеля, Забелла Врубель, Надежда Ивановна, была любимицей Николая Андреевича Римского-Корсакова. Она имела дивный голос, внешность сценическую, ту, которая способствовала созданию образов. И Николай Андреевич
Собственно говоря, для нее даже некоторые женские образы из своих опер создавал специально для Изабеллы Друбери. Так, из 15 опер, созданных из 15 опер, это огромное творчество Николая Андреевича Римского-Корсакова, многожанровое, потому что в творчестве есть и оперы-сказки, такие как «Снегурочка», «Весенняя сказка», и оперы-сказки, «Осенняя сказка», «Кощей бессмертный», и опера-былина, вы знаете, «Садко», и оперы-исторические, «Псковитянка», «Царская невеста», и образы, созданные для Надежды Ивановны Врубель, Изабеллы Врубель, так вдохновили Николая Андреевича, что и самого Михаила Александровича, потому что Михаил Александрович создавал декорации к операм, шумдивные декорации. И даже Римский-Корсаков говорил, что он не представляет себе постановку своих опер без кисти Михаила Александровича Врубеля. А надо сказать, что Надежда Ивановна, Изабелла Врубель, пела более 80 раз образ Волхвы из оперы «Садко». Вот мы сейчас послушаем этот дивный образ. Я приглашаю на сцену солистку Москонцерта Светлану Горячеву. Oh!
Oh!
вот хочу представить. У нас по традиции всегда есть каждая наша встреча премьера. И вот сегодня я хочу представить вам своего коллегу, пианиста Владимира Борисовича Догдоня. Я прошу, пожалуйста. Что у вас есть тоже некоторое отношение к Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову. Вот какая вот связь, какая линия? Сегодня говорилось много, как я понимаю, о школе Римского-Корсакова и его учениках, продолжателях, и в частности о Николае Яковлевиче Мисковском, человеке, который сыграл выдающуюся роль в развитии музыкальной культуры 20 века. И так получилось, что среди моих учителей двое имели прямое отношение к нему. Я учился как пианист у замечательного пианиста Леонида Ефимовича Бромберга, который был в свою очередь учеником Георгия Густавовича Лейгауза и Николая Яковлевича Мисковского. Кроме того, среди моих учителей-композиторов было два. Генрих Щелетинский, который был представителем московской школы, ученик Глиера, ученик Атальера. И второй мой учитель – это замечательный наш композитор, к сожалению, недавно ушедший. Я не побоюсь вам слова сказать, великий композитор Борис Александрович Чайковский. Борис Александрович был учеником Шостаковича и Мисковского. И был одним из самых любимых учеников Николая Яковлевича. Так что вот связь такая. Замечательно. И это вот тот редкий случай, Владимир Борисович представляет собой, что все-таки это не играющий композитор. Тоже такая формулировка у нас тоже имеется. Играющий композитор. Но композитор, который владеет инструментом, который имеет две специальности, равные, может быть, предпочтительнее композитор, а вторая специальность – пианист. И он выступает. И вот у нас есть такой фестиваль, клавир Абет композитор, и Владимир Борисович выступал в этом фестивале. Я с радостью хочу представить его и как пианиста, и как композитора. И сказать, что вот сегодня сочинение впервые будет звучать, и оно тоже имеет отношение к Николаю Юрьевичу Лермонтову. Сочинение – это соната номер 8, которая написана совсем недавно. То есть буквально вот, последние дни я... потому что я переписывал, но вносил какие-то редакционные поправки, поэтому сочинение совсем-совсем новое, это премьера. В качестве эпиграфа я хотел бы сегодня прочитать строки Лермонтова. «И звуки чередой, как слезы, тихо льются, и лучших лет надежды любовь в груди моей все оживает вновь, и мысли далеко несутся». Сочинение это посвящено памяти моего друга, музыканта, исполнителя и композитора Александра Геннадьевича Долженко. Спасибо.